Сначала было слово, горькое, фронтовое, ласковое, в перерывах между боями, и, наконец, радостное. Война завершилась, пришло время праздновать победу. Постановку Народного театра «Эксперимент» по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» вновь увидели ахтубинские зрители, среди которых в этот раз ветеранов Великой Отечественной войны не было, но были их дети, внуки и правнуки. Те, кому завещано помнить о далеких суровых годах, о жестокой кровопролитной войне, которую развязал фашизм, но был остановлен советским солдатом. Память эта живет в сердцах, в музыке и в песнях. В фойе Дома офицеров прошел майский бал ветеранов. Открыл мероприятие танцевальный коллектив «Касаточка», исполнив танец «Тальяночка». После сладких угощений в адрес гостей праздника прозвучали поздравления. Я также считаю своим долгом сказать вам огромное спасибо нашим ветеранам низких планет. И самое главное, мы, молодое поколение, будем делать все, чтобы передавать трепет из рук в руки. Вот это свечу памяти. Чтобы никогда и никто не был забыт. Поздравляю с наступающим Днем Победы. Это горечь, скорбь, но и радость на глазах. Желаю вам всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы никогда в небе не летали вражеские самолеты. Фронтовые и победные песни кружились в танце участники майского бала. Вспоминали подвиг бойцов и тружеников тыла, стойкость солдат и командиров, медицинских сестер и врачей. Радуясь теплому солнечному маю, с которым Великая Победа вот уже в 76-й раз приходит в дома и сердца людей. Война это было, честно говоря, страшное, потому что в Беларуси с 41 по 44 год, и когда немцы уходили, сжигали полностью деревни с населением. Население собирали, в сарай загоняли, поджигали и стояли вокруг автоматчики. 76 лет мы живем под мирным небом, именно благодаря именно героизму и мужеству вот наших отцов, для меня, допустим, прадедов, прадедов. Они спасли Советский Союз от страшного ига. Единственный праздник в моей жизни, который больше всего я люблю. Я застрял в войну, я был в оккупации, знаю, что это такое. Так это для меня самый большой праздник. Я в Ахтубинске с 97 года. Много артистов повидал, но народный коллектив в Ахтубинске, нигде таких нет. Такие молодцы, такой спектакль сегодня вот это показать, молодцы, большое спасибо им. И натанцевались вы сегодня от души? Очень хорошо, уже, наверное, не помню, когда танцевал. Спасибо большое. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.